Самая лучшая пицца в королевстве. Указ короля. Кто сделает самую необычную пиццу в королевстве, получит щедрую награду. Посмотрим, что сегодня будет интересного. Думаю, королю понравится. В твоей пицце нет ничего особенного, ему точно понравится моя. Пицца, сделанная из денег и золота? Боже мой, пицца с драгоценными камнями. Какую пиццу выберет король? Нет. Нет. Упс. Так, я выбираю эти две. Так, смотрите, какая чудесная пицца. Посмотрите, как король Пандо пострадал от двух дорогих пицц. Ваше высочество, пожалуйста, попробуйте мою пиццу. Ваши пиццы невкусные. Я даже не смог их укусить. Вот видите, кто теперь победитель? Эта пицца лучшая на свете. Не нужно было недооценивать пиццу Вульфу. Это наш Вульфу. Вкусная радужная пицца готова. Принцессе Люси нравится этот сыр. Какая пицца понравится Люси? Чего желаете, принцесса? Пиццу, пожалуйста. Да. Принцессе Люси точно понравится моя пицца. Начнем игру. Раскатываем тесто и режем его на кусочки. А теперь начинка. Мама такая креативная. Если есть много шоколада, можно потолстеть. Поэтому ее мама положила туда грибы. Нет, 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 нет! Да, принцессе Люси нравится желе. Oh.
Для бабушки нет ничего сложного. Желе в форме брокколи будет замечательной начинкой. А как же подготовиться Вульфу? Что же ему делать? Вау! Всем понравится радужная пицца со слоем сыра! Пицца вкусная, и ее легко готовить. Ты тоже можешь попробовать и показать свои результаты Вульфу. Дети! Шоколадная пицца и фруктовая пицца. Дети, съешьте фрукты. Мы хотим шоколадную пиццу! Я сделаю то, что вам понравится намного больше. Фруктовую пиццу. Вот бы там был шоколад. Вау, что же придумал Вульфу? Вау, мама сделала новое тесто, чтобы приготовить пиццу. От мамы не получилось скрыть то, что они хотели добавить во фрукты конфеты. Теперь они все грязные. Не страшно, просто вымою их снова. Доставка! Иду! И какой теперь у них план? Папа! Отдохни, папа! Это тебе. Вульфу и Люси обманом заставили папу съесть фрукты, которые мама приготовила для пиццы. Да! Вы расстроили маму. Но мы хотим шоколадную пиццу. Витамины от фруктов сделают вас умнее и сильнее. А из-за шоколада вы станете толще и медленнее. И теперь они готовят план, чтобы извиниться перед мамой. Мы доделали твою фруктовую пиццу. Теперь мы будем есть больше фруктов. Арбузная пицца или шоколадная пицца? Ты из этого будешь делать пиццу? Посмотрим, что интересного в арбузной пицце, Люси.
Так, Люси такая искусница. Хочешь попробовать мою арбузную пиццу? Стой! Попробуй мою! Перед шоколадной пиццей невозможно устоять. А сможешь сделать еще пиццы? А вы знаете, что это за машина? Вау! Машина, которая делает пиццу! Что задумала Люси? Как вкусно! Ваши обе идеи в сочетании просто прекрасны. Прости, Каспер. Ой, почему пицца выглядит так странно? Лучшая пицца. Я хочу пиццу. Кажется, они любят своего папу. Нужно что-то другое. Слишком острое. Папа сможет съесть острую еду. Нельзя так есть пиццу. Папа, не хочешь попробовать мою пиццу? Она слишком кислая. Это просто украшение. Кажется, что-то не так. Дети, не делайте так, как Вульфу и Люси. Здорово, что ты такой креативный, но нужно делать все правильно. О, привет! Привет! Поехали! Отель в галактике. Лупо, подождешь меня в моем доме, пока я заберу других? Да! О нет, дом инопланетянина горит! О нет, для наших друзей не будет места, когда они приедут. Что им теперь делать? Можно мы останемся в автобусе? Это хорошая идея. Мы можем также исследовать галактику на этом автобусе. Да!
Ух ты! Ребята, вы хотите увидеть особый отель Вулфа и инопланетянина? Да! Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Наш автобус проведет для вас экскурсию по вселенным. А теперь полетели в космос вместе с ними. Это тебе. Что случилось? Этот метеорит врезался в наш автобус и повредил его. Давайте останемся здесь и будем ждать спасателей. Волнуйтесь, ребята, у нас есть все, что нужно здесь. Замечательно. Вулфу такой предусмотрительный. А, помощь пришла. Ура! Спасибо за путешествие в космос! Это было круто! Маленький полицейский. Ой, Нэнси сегодня пошла в поход с семьей Вульфу. Не отходите далеко от палатки. Вы можете потеряться. А что делать, если я потеряюсь? Вау! Что может сделать Вульфу? В таком случае не уходи с незнакомцами и ищи полицейского, как я. А если я не смогу найти полицейского? Тогда полиция найдет тебя. Попробуй спрятаться, а полицейский Вульф у тебя найдет. Один, два, три, четыре, пять, 10. Посмотрим, сможет ли полицейский Вульф найти Люси и Нэнси. Юху! Люси, я иду искать. Люси! Она пошла туда. Где же Люси? Мы должны найти ее. Боже мой! Оказалось, что Люси там пряталась. Вульфу и Нэнси могли потеряться. Полицейский Вульфу, я думаю, что Люси тут нет. Давай вернемся. О нет, как же они теперь вернутся?
Мама! Папа! Я жду, когда Вульф у меня найдет. Но он полицейский. Как он может потеряться? Не беспокойся. Я могу найти дорогу назад. Туда! Полицейский фонарик! Мама! Я знала, что ты найдешь дорогу! Молодец, Вульфу! Правильно ты нашел полицейского, когда потерялся. Врачи, Берри. Берри простудился. Не беспокойся. Мы принесли аптечку. Мы о тебе позаботимся. Два доктора справятся? Похоже, ты в хороших руках. Пациент очень устал. Когда я плохо себя чувствую, я просто ем больше, и мне становится лучше. Панда считает, что еда сможет уничтожить микробы. Мне не хочется есть. А теперь моя очередь. А Вульф считает, что микробов победят мышцы. Нужно заниматься спортом, чтобы стать сильнее. Теперь ему холодно. Давай я его согрею. Он вспотел. Я ему помогу. Я позабочусь о Берри. Нет, я. Стоп! Это очень здорово, что вы присматриваете за Берри, но делать это нужно правильно. Людям, которые болеют, не надо много есть и заниматься спортом. Прости, нужно было дать тебе отдохнуть. Мы просто хотели, чтобы тебе стало лучше. Я рад, что вы рядом. А вы знаете, как ухаживать за больными? Правила поведения в самолете. Я так жду наше путешествие. Ой, Вульф взял с собой мячик. Хочешь поиграть в шарады? Вы догадались, что описывает Люси? Я знаю, это горилла. Правильно! Ой, ребята мешают остальным. Дети, сидите тихо и не кричите.
Здравствуйте, можно мне апельсиновый сок? Пожалуйста, подождите. Ага, Люси хочет побыть стюардессой. Ой, что вы здесь делаете? Доброе утро, сэр. Я стюардесса. Что вам принести? Хотите попить? Я принесу. Простите. Нельзя шуметь в самолете, потому что вы можете потревожить других людей. И нельзя играть в футбол. Мы больше не будем. Вы запомнили, как нужно вести себя в самолете? Замороженное во времени. Оу, что инопланетянин делает тут? Можно я оставлю свои гаджеты тут? Дети постоянно с ними играют. Да! Смотрите, у каждого гаджета инопланетянина свое чудо! Мне пора. Ага, так много всего крутого. Стой. Ничего не трогай. Божечки, Люси решила ослушаться инопланетянина? Значит, это превратит любого в ребенка. Боже мой, что Люси теперь будет делать? О нет, это цена, которую Люси надо заплатить. Вау! Часы могут останавливать время. Какие гаджеты ты использовала? Тебе повезло, они были просто невидимыми. В следующий раз не используй чужие вещи без спроса.
Люси, что доставила неприятность. Вау, мускулистый Вульфу такой крутой. Пандо, ты такой слабый. Я точно стану таким спортивным, как Крока. И когда же исполнится желание Пандо? Давайте сыграем в игру. Интересно, в какую игру они будут играть? Смотрите, благодаря правильному питанию и спорту Вульфу стал очень сильным. Бежим! А Пандо слабый, ему сложно сбежать. Игра окончена. Если ты хочешь стать сильным и спортивным, ты должен есть здоровую пищу. Сыграем еще. Ты должен еще заниматься спортом. Да. Каким же будет Пандо, если будет правильно питаться и заниматься спортом? Бежим! Помните, что здоровье – это очень важно. Хорошо питайтесь и занимайтесь спортом.